являются отличными психологами, начитанные интеллигенты. Они не навязывают свое мнение окружающим. Иногда проявляют чувствительность, помогают семье. Перед решительным шагом они долго присматриваются. Они трудолюбивы, добросовестны и ответственны. Они способны стать профессионалами своего дела. Это умные, обходительные и свободолюбивые личности. Они готовы на романтические поступки ради любимого человека. Быстро обучаются, но не показывают все свои знания. В любви они сдержаны, организованы и практичны. Эти люди любят разрабатывать сложные проекты, покоряют своими непревзойденными манерами. Они энергичны и самоотвержены. Эти люди четко уверены, что браки создаются на всю жизнь. Судьба предвещает этим людям удачную и счастливую жизнь. Умеет выйти из любой жизненной ситуации. Они поддерживают корпоративный дух и культуру и этику. Этим людям под силу любые трудности и задачи. Они не мыслят своего существования без общения. Интуитивный склад ума адаптируется в любой ситуации. Работа у них часто стоит на первом месте в жизни. Много работают ради удовлетворения своих амбиций. Они способны читать других людей, словно открытую книгу. Выбирают друзей с высоким социальным положением. Это решительные, изобретательные личности. Они не заводят неприятных для себя знакомств. Предпочитают скрывать свою эмоциональную уязвимость. Внутренняя интуиция позволяет чувствовать других людей. Часто становятся грамотными педагогами и учеными. Предпочтение относят к ярким, красочным картинам. Это щедрые, отзывчивые и понимающие люди. Они тщательно следят за внешней привлекательностью. Они уважают своих собеседников, умеют поддержать общение. Это веселые и оптимистичные личности. Они обладают развитым интеллектом и находчивостью. Эти люди болезненно воспринимают критику в свой адрес. Они охотно поддерживают корпоративную культуру и собрания. Эти люди имеют глубокий внутренний мир. Они тонко понимают человеческую натуру и психологию. Личные козыри оставляют на будущее, не показывают суть. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.